Блин, ну я делаю ставку на Москву. Это что-то вот, мне кажется, что Москва тут поинтереснее. Она реально вот пару разочков попадет по Венеции, и Венеции просто не будет. Когда будет их релиз, я не знаю, честно, вот не знаю, ребят. Костя вот делает ставочку на четверг. Ну и то, неизвестно, сразу до 10 или только до 8. Право или слева? Да по центру, как удобно. Бой начинается! Ну ты на Москве хорошо играешь, я думаю, ты не будешь делать таких же ошибок, как и Кулер делал. Типа. Ну вот, посмотрим. Узнаем. Интересно, кто кого первый обнаружит, Венеция или Москва? Я свечусь на пол карты. Да, я тебя вижу. Хотя даже нет, да? Да? Угу. Но я тебя за островом теперь не вижу. Высокоточный прицел активирован. Нас попали! Да там что-то с тобой случилось такое, ты у меня завертелся. Да? Торпеды! Отличная работа! Нас попали! Сквозняки летят. Обнаружены вражеские торпеды. Да ладно. Там еще был нормальный радиус. Почему? Вот это гониво. Это реально гониво. Я же смотрел, что реально было уже как бы. Костя лечит раны. Высокоточный прицел активирован. Отличная работа. Почти угадал, но не угадал. Башню сбил. Ах ты гаденыш. Отличный выстрел. Мы под обстрелом. Да, дымы зарешат. Ну, на самом деле не дымы. Дымы тоже, конечно, большую роль сыграли, но ты такую же ошибку, как и этот, как и... Дальности неохота, давай еще. Ну вот за дальность. У Кулера, я тогда почему на Андрея его просто вот раздавливал, потому что я просто подходил и впритык его с перезарядкой под торпедами раздавливал. А на дистанции ты бы просто вот реально разорвал бы. Не, на самом деле из-за дыма. Вот серьезно. В первый раз, короче, у меня залп ушел, потому что тебя там где-то ты то ли застрял, короче, в текстуре, вот прям посередине, когда. Угу. Так, у меня получается с левой стороны, у тебя с правой открытая местность. Бой начинается! Сейчас, Никит, попробуем. Попробуем.
Да поверь, да мы решали. Да я просто знаю, что пусть я опытный игрок, но если он... Я думаю, что обычно он даже в дымы может попадать. Привычно в эти вот, ну вот, такие, которых не стоят. Да? Да. Я в такие дымы еще не стрелял, поэтому я не знаю ощущения. В дымы как-то ты же стреляешь по ПВО, по огню почему-то, а у тебя получается, ну, да. Это... Там только... Вижу тебя. Да, нет. Активирован. Это очень много, половинного урона прям проходит. Башни летят опять. О, мы горим. Попадание. Цель поражена. Обнаружены вражеские торпеды. Отличный выстрел. Ой-ой-ой. Короче, вот прикинь, вот там, где ты находишься, короче, в этих вот в дымах, ну, как его, в ходовых, короче, да? Ты, короче, не внутри дымов, а вот дымы идут у тебя за кормой ровно. То есть у тебя вот, короче, центр, ну, центр корабля, да, это край дымов, ну, вот. Получается. И корабля не видно. Поэтому, короче, непонятно, как целиться. Вот сейчас только более-менее прикинул. Ты видел, я до этого залп дал, короче, намного, до... ну, за тобой, короче. Сколько ты цитадели выбил? Одну, я тоже одну. Ну, у тебя цитадель там сколько? 1003, наверное, 4 урона? 1900. Ух ты. Чили-бул, да, или как правильно его? Чили. Как стримера, правильно? Знаю, про... Ну, который стримил турнамент этот. Ктулху. Да, я чили. Так. Третий реванш. Да не, Никит, бустер сожжет просто. Просто реально сожжет его. Из Вустера цитадель летит. Из Донского цитадель летит. Ну, в принципе, да. Может, Вустер не так сильно удар будет держать, как этот. Просто Вустеру тут шанс только на пожары. Та же сторона. Гиндера попробовать. Андрюх, он получается, если брать в сравнении Москву, практически процентов 70, половинчатый урон, то Гиндер он вообще пробивать не будет. Ну, будет, конечно, но похоже, чем Москву. У меня, может, и сквозняки. Вустер и Минотавр. Ну, а Минотавр, думаю, разорвет этот крейсер из-за перезарядочки. Сколько у Москвы перезарядка у тебя сейчас полный? 10 секунд. А тут 12, да? Угу. 11, по-моему. Но у меня 3 башни, а у тебя 5. Ну, калибр-то немножко разный. А дамаг-то полный проходит. Угу. Так, я уже с этой стороны, тебя еще нет. А, вижу.
У тебя право первого выстрела из-за зад. Угу. Нас попали! Да, попробуем. Цель серьезно повреждена. Сейчас попробуем. Мы под обстрелом. Финаля. Да ладно. Цель поражена. Опять сбитая башня. Ну, лупит она. Как маска. Отличная работа. О, скоро. Подвесь. Нас попали. Обнаружены вражеские торпеды. Да ладно, тень, прям вот одного выстрела не хватило. 606 ты меня оставил. Я немножко с торпедами тупанул, но... А у меня пушки разошлись чуть-чуть, и, то есть третья, задняя башня не стрельнула. Ну я даже не знаю, я бы, наверное, быстрее с ГК все-таки разобрал. Моя вот эта... Знает, вот дымы очень рулят нас. Как и с Лустером, ББ ставишь сквозняк, фугасы, минимальный урон. Так, бери Лустера, говорят. Бустера. Я думаю, для Кости бустер будет посложнее, да? Не знаю. Ты на нем вообще толком не играл. Ну да. Если Москва для тебя это что-то знакомое свое, то... Ну, как бы все равно такой, знаешь. Москва хорошо там в ПВП, если то против линкора, но против чего-то косого, короче. Потому что дамаг она по полной прям жрет. Ну как и эта штука. Хотя вот это не знаю, в принципе, достаточно. Ребят, напишите, пожалуйста, вот этот чувак, который... Как ты сказал его никнейм? Я даже не могу правильно прочитать. Ктулху. На английском. Ктулху. Ктулху. Напишите чуваку привет, вот реально. Это... Привет, Ктулху. Парень, который стримит нашу игру на Твиче. Я не знаю, с какого он сервера. С Америки или откуда он? С Европы. С Европы, да? Я просто так хочу написать, но у меня чат заблокирован с компа. Скажешь, когда приходил. А в Устро есть дымы, нет? Не, нету. Ну, опять же, смотрите, ребят. Тут еще можно тоже покомпонировать. Просто для такого боя я не знаю, что полезнее. Ага, вот, смотрите. Тема наведения есть? У этого? Сейчас я гляну. По-моему, есть. Или нет? Уже не помню. Вот тут мы неправильно, потому что тут у нас, возможно, этот навык не работает. Говорят, что, как я говорил в видео, что работает только с обычным. Поэтому надо вот тут поменять. Выбрать. Втулка. Вот это. Вот. А. Так, камуфляж.
Давай, все, готов. Сейчас, я переготовлюсь. Тут мы ставим ребят, наверное, вот так. Думаю, сами понимаете, почему. И вот тут у нас... Тут вот так. Ну вот, не знаю, вот крепкая палуба, Костя. Она же работает правильно, как и от обычных кораблей, так и авиация, да? Вот, например, вроде, да. Бустер же он кидает под наклоном, под углом. Да-да. То есть, по идее, должно тоже хорошо срабатывать, но это не точно. В чем вустер, на ББ или на фугасах? Или попробовать, что это? Ну, вдали я бы, наверное, попробовал бы фугасы, а вблизи ББ, однозначно. Так, сейчас создаю. Тренировочное пригласить. Пройти Минотавра, я тоже думаю, не выстоит. Ну, опять же, у Москвы сколько там жизни? У Москвы еще и жизни побольше будет. Страна, она же, понимаешь, вот у тебя полный дамаг часто проходил? Ну, да. Ну вот, а ну, да. Из 15 стволов. Можно и дымы. Просто Костя говорит, что этот дымогенератор навык, он усиляет вот эти дымы. Но там как бы написано четко, что дымогенератор. А на Венеции у нас выхлопные... Мы это тот же самый дымогенератор. Возьми да посчитай. КД, если изменяется, и значит, ну там все остальное я... просто на долю секунды и на доли метров. Я не смотрел, не обращал внимания. Вот если бы ты обращал, может было бы другое дело. Вот зря. Ну вот надо после, напомни, после этого боя надо будет проверить. Проверить я... Проверял? Да. А. Еще когда они первые только появились. Зато у Устера камуфляж крутой. А, это же тебя. Блин, это у него еще и крутой легендарный командир теперь. Ты его поставил? У кого? У кого? Какой? Американского командира. Да, но у него там ничего навык. Особо Ну, 12 там разъяренный бык, не помню, что он там дает. Не. Я, кстати, вообще что-то с командиром тупанул. Я РЛС забыл поставить. Там же есть командир на РЛС. И вкачан он у меня в ПВО. Так, ну... В битве против Москвы у нас Венеция вышла победителем. С Вустером, я думаю, это... Скорее всего, тоже. Я тоже вот думаю, без шансов. Как говорит Костя, и вы тоже это утверждаете, большую роль сейчас дает нас... Эти выхлопные газы. Вот реально, они решают, по идее. Я, конечно, ставку делал на другое, но... Опа! Отличная работа! Отличный выстрел! Как мы хорошо горим! Блин, а зачем я тупаю? Вот, смотрите, у нас стримкомплект еще как бы работал, а пожар он повесил, и притом не один. Три пожара. Не пробивай. Но меня уже почти нет, заметь. Обрати внимание, так хорошенько ты меня нафигачил. Висел просто. Вывесил.
Такс. Ну да, сейчас, Костя, что-то тут я не подумал. Согласен, абсолютно согласен. Я тебе его скину. Бери борьбу за живучесть. Блин. Что за борьба за живучесть? Уменьшение урона от пожар, там вот это все фиг. Но так это... У меня стоит как бы. А, ты... Ну так так ничего, как потому стоит. Что ты же не будешь с ней играть в рандоме, правильно? Тут исследовали дуэль между зетками. Знаешь, кто побеждает? Тот, кто вкачал зетку в инвиз. А, у кого больше дымы, да? Нет, кто первый делает выстрел, короче, тот и все, а дальше по КД. Все, поехали. А, за оборудку имел в виду, я что-то за перк подумал какой-то, думаешь, что это. Ты главный. Или я. Блин, ну я думаю, все равно он будет поджигать, это нас не спасает. Абсолютно, я думаю, не спасает. Я немножко просто сам сейчас наковылял. Я неправильно сделал. Да-да-да, Андрюх, я понял. Я сейчас вот реально... Вначале тупанул, я что-то принял сторону от этого... отступающего. Буква Z. Видел, тебе написано? Z-ка плохо звучит. Z-ка плохо. Как муха ЦЦ. Угу. Ну ты... It's... Я, кстати, так и не понял, кто кого раньше обнаружил. По-моему, я тебя, да? Не знаю. Сейчас посмотрим. Вообще на эту тему я могу так сказать. У нас в игре все названия английскими буквами. Хотя нет, немец не... этими немецкими. Ну фиг. Я тебя... А, да, увидел. Да неплохо, неплохо достаточно устро держится. Отличный выстрел. Он позлее будет Москвы, как по мне. Из-за перезарядочки. Да все равно. Отличная работа. Да, ты сейчас просто опять вот разнес из-за пожара. И не только пожара, и скорострельность. Скорострельность просто решает. Количество башен у меня 6, у тебя 5. Тут реально скорострельность решает. Тут, наверное, знаешь, надо, можно попробовать пить. У нас это был второй бой, да? Сейчас по-другому немножко попробуем. Попробую я теперь роль Москвы. Ну-ка, подожди. Так, сейчас.
Димас, почему? Зачем ты его закрутил? Да я не крутил вроде его, я разворачивался под него. Да я и тебя закрутил. Вот наоборот более правильно получается, что он меня. Я его не крутил. Я больше не кручу, я больше пытаюсь выставить ее носовой частью под три башни, чтобы сильно не подставлять корабль. Вот в чем. Это не... Вот в чем разница. И это не кручу, это просто пытаюсь убрать корму. Вот, все. Потому что у нас спереди три башни. Я пытаюсь, я на это рассчитываю. А у тебя что стоит? У меня два руля стоит. Все, я... Нет. Ну, может быть. Просто я знаю бустера, и у меня был расчет на то, что если мы будем стоять носом, у нас не будет, в нас не будет попадать. Ну, как бы не то совсем. Бой начинается! Еще раз говорю, что тут надо немножко другую тактику использовать. Если на Москве мы использовали тактику бустера, то тут надо наоборот. Блин, даже не знаю, Дима так написал, я хочу так, как попробовать лучше. Ладно, давайте попробуем по Диманому. Ой, у бронебойного снаряда урон как бы меньше. Но пробитие, да, больше. Так, я в ту сторону вообще поплыл. Цель обнаружена. А Костя меня видит. Цель поражена. Мы под обстрелом. Отличная работа. Читай, пора. Отличный выстрел. Попадание. Отличный выстрел. Отличная работа. Цель поражена. А, я не поставил, блин. Да просто по ПД стреляет и уничтожает. Да не, ребят, ну пих его. Я не знаю. Но Никитин вариант мог сыграть. Вот Никитин вариант был ближе всего. Кость, давай еще один раз. Сейчас попробую еще с Никитин еще раз. Реализовать. Вот Никитин вариант прям был реально ближе всего. А, и... Все, поехали. Заметь, сейчас всего один по... Это тоже, да, заметил. Бой!
Отличная работа. Сейчас попробуем. Мы почти в деле. Осталось только Костю найти или Костя нас. Ну, по надстройке, как по мне, это рандомно. Отличная работа. Отличная. Обнаружены вражеские торпеды. Попадание. Отличный выстрел. Цель поражена. Попадание. Да пипец, просто пока перезарядится, пройдет кучу времени. Да не, вообще без шансов. Конечно, получше результат, но просто вот скорострельность решает. Три цитадели эти отбил, или даже 4? Я одну на вустеровским фугасе. Да, 4 цитадели. Так. Бери Минотавра. Минотавра. Никит, ну видишь, как бы я пытаюсь следовать мнению чата. То есть я твое мнение услышал, так же Димас написал, что не стоил лбом, играя от всех орудий. А так, да, это понятно, что меньше. Ну да, неплохо так в ББ. Но урон достаточно такой маленький, даже несмотря на то, что цитадель. То есть, если бра этот полубронебойный проходит урон, то это почти что цитадель на бронебойном. Ты все? Ой, подождем. Так, у нас будет маневровый бой. Ты будешь крутиться, да? Ну, я думаю, да. Я думаю, будет. Так, сейчас перки. Так, что у нас есть там на Минотавре? Блин, ну Минотавр с своей перезарядкой, да. Это еще хуже, чем Вустер. Ну про Вустера изначально, как мы только зашли в этот, на что мы делали ставку, это на пожары. И пожары действительно много сносят. Ну и плюс еще перезарядка матерая.
Просто почему я именно верил в Москву? В Москву верил из-за того, что он может нам быстро цитадели сносить, и урон разовый у него хороший. Несмотря на то, что всего там 9 орудий. При этом обратите внимание, что у нас, то что даже по вустеру, у нас урон половинчатый идет с полубронебойных. Против эсминцев идет полный урон. То есть против эсминцев этот итальяшка прям вот изи. А вот против крейсеров тут еще как повезет. Ну и руки, конечно же, тоже играют свою роль. Готов. Ну да, рандом немножко отличается от таких боев. Если тут мы идем в клинч, то там как бы немножко все по-другому. Но в рандоме тебя еще и линкоры могут зафокусить. В рандоме там надо же так еще не подставиться на вустере. Так же, как и на тальяшке. Так, нам надо в ту сторону. Ага. Блин, а это теперь надо быть аккуратнее. Но на самом деле с Минотавром я бы просто не сближался. И тогда у нас шансы есть. Баллистика у Минотавра, как по мне, так себе. Минотавру добавили ядрач, Кость? У тебя есть ядрач? Да. А когда добавили? О, я тебя раньше обнаружил. Опа! А вот это уже интересненько. На. А у него еще дымы идут. Ой-ой-ой. Ну да, стадели сборник. Какой-то Костя хочет торпеду нас запустить. Поливалочка. Отличная работа. Не ждать, да? Не, вообще нали прям вот, прям вылетает, наверное, половина нали. Не, это торпеду, так. Я не ожидал, что он зайдет. Блин, очень много полноценного урона проходит с полубронебойного. Думаю, стадели летят. Нет, стадели нет, просто проходит реально полноценный. Ну я видел, у меня прям сколько-то, мне 4 залпа дал и все. Я что-то ожидал, что Минотавр будет пожестче, чем этот, скажи. Так, половина нулей. Че, еще раз Мина? Да, давай, еще раз и хватит. Так. У нас осталось устроить только Венецию дуэль против... Да, еще много против кого можно делать дуэли. Зао, Гиндер, Андрей. Бой на
начинается! Просто такое ощущение, что по Минотавру, знаешь, я луплю как по эсминцу. Ага. Так у него примерно так... Транштадт стадель не вылет. Мне казалось все-таки, что у Минотавра будет поувереннее. Да, слабые, не слабые, но я помню, как некоторые люди на Минотаврах накидывают, что страшно даже смотреть на эти цифры. Да, и мы играли на Минотавре. Но там, правда, еще на Минотавре мы играли как? Против линкоров еще пытались реализовать торпеды. Вот в чем разница. Так, Костя сразу. Дым и ушел. Отличная работа. Жук, да? Попал. Ах, не кей, не через кого, ну ладно. Вот что-то даже не сомневался. Блин, я же еще остановился вовремя, стой! Стой, пожалуйста! Стой! Стой! Что это? Не важно, не, тебе не понять. Ну ты примерно понял, где я, да? Цель поражена. Блин, опять дымы, а? Да что ж ты будешь делать с этими дымами? Заберите наконец-то у него дымы, а? Я не вижу, куда стрелять. Кто бы говорил еще вообще? У тебя, по-моему, дымов уже даже... Не, уже все. А ты еще в дымах. Я имею в виду... Три штуки. Ну появляйся уже, ну хватит. Я ж никому не скажу, что Костя торпеды запустил. Оу! Оу май! Опять дымы, да сколько можно, а? Ой, 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 ой! Ой! Костя сзади. Ладно, переждем дымы. Вот скажи честно, ты хочешь мне торпеды попасть, да? Ты на это надеешься? Ага. А у тебя еще дымы остались? Блин. Торпеды! Прокачан? Как это не прокачан? А мы тебя видим. Попадание.
Костя, не уходи, я тут чуть-чуть осталось. Да ладно, промазал. 0252, ну. Да, да, да. Ты полностью прокачал Минотавр? Да. Не, ну вот это вообще не круто. Ребят, вот это вообще не круто. Ты сейчас меня реально видишь или реально наугад стреляешь? Я? Я тебя вижу. Вот как можно побеждать Венецию, ребят. Просто вот как можно побеждать Венецию. Я тебя не вижу, вот реально не вижу. Ты, конечно, и не попадаешь особо, но тем не менее. Кто победит? Что-то за... Ничья, логично. Ты решил не проигрывать, да? Ты просто решил хоть по-хитрому сделать ничью. Ну, можно было на дальности, на самом деле. Мне больше марки. Все равно. Ну, игра, да. 0 или ну, 250, 0, 250. Смотрите, ребят, у нас было три корабля, это Венеция, Москва и Бустер. Реально пока сильный конкурент для Венеции оказался только Бустер. Были, конечно, моменты, что могли и мы победить, но в основном Бустер нас разрывал. А вот Минотавр прям вот даже хуже Москвы оказался по итогам. Из-за Москва плюс-минус, брони. Между прочим, так что не... Ну да, Москва... Еще более-менее вытягивало бы.